Всем привет, ребята! Зомби-видео, да? Очень крутой аддон, который добавляет зомби-мутанта, ребята! Зомби-мутант! Ребят, сколько вопросов! Они, кстати, будут атаковать големов! Ребята! Можно, кстати, сделать... Нового голема и снова блока. Блин, ребята, как Майнкрафт лагает. Что за фигня? Нет, ребят, не получится. О, ребята, как просто лагает Майнкрафт от этих зомбаков. Боже мой, а что творится в этом зомби, мутанта, апокалипсисе. Нифига они там носятся, конечно. Сейчас полно. Он, кстати, их атакует. Да, ребята, атакуют. Они сразу толпой напали. Все бам-бам-бам его. Голем так держится. Он просто весь красный. Убили. Сразу все зомбаки к нему пошли. Все мутанты. Кстати, зомбаков... Они и жителей атакуют. Конечно, это зомбаки. Промахнулся. Да-да-да-да-да. Промахнулся. Блин, сколько их тут просто... Их тут немереное количество, ребята. Давайте также попробуем сделать. Они еще и всяких мобов вызывают. Давайте еще сделаем и немереное количество этим зомбакам, немереное количество големов, чтобы им было трудно бить этих всех големов. Големы, что я делаю за фигню такую? Ах, точно, я делаю големов, но делаю не так. Я все понял, что я делаю какую-то фигню. Конечно же нет, ребята, я создаю 3 голема, почему бы... В принципе, и нет. И мутанты сразу пошли. О, ребята, как Майнкрафт лаг... Его убили, ребят. Его убили, видите, ребят? С него выпадает молот. Молот, даже название отдельное. Давайте поможем голему. Убили? Не убили, ребята. Он встал! Ребят, он встал. А сейчас убили? Он опять встал? Что ж ты такой живучий, парень? Убили? Нет, сейчас опять. А, не, убили. Они, кстати, не стакаются. Тут еще... Ой, ребята, какая тут куча... О, сколько тут просто земли. Обалдеть. Я в жизни столько бы не накопал. Это просто обалдеть как много. Так. Ребята, это видео реально заслуживает лайка. Что просто тут творится в этом мире? Мире земли, где тут просто куча земли разбросана. О, вроде отлагивает. Отлагивает. Не, зря радовался, нифига не отлагивает. Например... Нет, наоборот. Например, ребят... У меня 3 молота. Кстати, на какой они урон? А, там не написано. Не, я шучу вот тут.
Ребята, там урон не написан. А ты что тут встал? Он завис. А, тут этот. Тут этот, мутант. Так, ладно, разбирайся с мутантом. Да, ну а подписчики... А подписчикам, к сожалению, придется выключить это видео. Да. Ну, конечно, после того, как я попрощаюсь, да. Да. А ну-ка, давайте-ка... Знаете-ка... Яркость? Яркость мира? Давайте на 100. О, ребята, теперь вообще светло стало. Реально светло. Ребят, что тут постоянно бабахает? Это я! Это я бабахаю? Ребята, это реально я бабахаю? А, если мне упасть, я типа так взрываюсь. Ребята, а молот-то реально прикольный. Он отталкивает. Ребят, смотрите. Он отталкивает и бьет. Ребята, это офигеть какое крутое. А ну-ка. Бам. Так, кстати, так не получится. Обалдеть. Ну-ка, давайте-ка этого голема проучим. Он плохо себя вел. Кстати, можно вот так, ребят, смотрите. И быстренько можно голема убить. Ребят, смотрите. Дискотека века. Туман, кстати, ребят. Туман. Офигеть, смотрите. Даже коровку задел. Офигеть, ребята. Молот. Молот этого зомбака реально крутяк. Напишите в комментариях, как вы думаете, что еще можно сделать с этим молотом. Так. Ребят, я занесу этот... Это реально секретное оружие. Да, всем пока. Я тут големам немножко помогу, конечно, они тоже будут убиваться. Но ничего. Так. Так. Будем помогать. Големы, я вам помогаю. Убивать этого зомбака. Я убиваю сам големов. И при этом убиваю этого зомбака. Можно, кстати, вот так. Мурон вообще наносится какой-нибудь, хотя бы. Ребят, ну это реально сила. Это реально сила. Есть, я убил. Они, кстати, в обычном выживании не спавнятся. Это легендарное оружие. Да, ребята. На самом деле, это реально легендарное оружие, ребят, смотрите. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Даже отталкивает. Стоп! Не кажется ли голем там начал махаться, когда я это делал? Отталкивает просто на немеренное количество. Ребята, мне это реально нравится. Так что ставьте лайк. Обалденная штукенция. Офигенная проблемция. На самом деле ничего такого нет. Просто это винегрет. Так, Страйдер. Пока, Страйдер. До свидания. Пиглин. Пиглин, пиглин, пиглин. Защита, так что... Ребят, смотрите, я просто зажал кнопку. Я просто бабахаю. Я просто зажал кнопку. А, это как дымовая завеса, ребята. Так называется? Неважно.
Ребят, я ничего не вижу. А, это типа когда они прыгают, ребят. Только у меня они не прыгают. А, они летают. Так. А ну-ка. Они реально? Ребят, смотрите. Я бью. Пиглин типа агриться начинает. Типа им это не нравится. Так. Обалденная штукенция. Офигенная проблемция. Просто нереальная проблемция. Для всяких там зверей и людей и игроков. Всем пока, ребята. На этом фоне ничего нет. Выключайте видео. Так давайте этого Хоблина убьем. У нас видео не про обновление, да? А про такие крутые молота. А ну-ка, ребята. Смотрите. Обалдеть. Лайк. Не дизлайк, а именно лайк. Лайк, ребята, лайк, 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 ребят, лайк. Всем пока.